Добрый день, меня зовут Ольга. Приглашаю всех на занятия по лечебной физической культуре. Присоединяйтесь. Встаем. Стопы ставим на ширине таза, стопы параллельно друг другу. Начинаем нашу с вами гимнастику с вдоха. Делаем вдох и выдох. При вдохе стараемся, чтобы наши плечи не уходили вверх. Шею оставляем длинной. Также следим за положением таза. Копчик опускаем вниз. Сглаживаем область поясницы. Делаем еще раз глубокий вдох и выдох. Начнем с шеи. Начинаем опускать подбородок вниз и поднимать подбородок вверх. Следим за тем, чтобы опускание головы было для вас комфортным. Слишком назад шею, голову не наклоняем, просто вытягиваем подбородок вверх. Следующее движение. Приводим голову в исходное положение и начинаем наклоны. В одну сторону наклон и в другую. Следим за тем, чтобы наши плечи вверх не поднимались. Там можно даже поставить руки на плечи и делать такие аккуратные, плавные движения, сочетающиеся с выдохом. Выдох, движение вниз. Возвращаем голову в исходное положение и переходим к следующему движению – поворот. Повернули голову в одну сторону и в другую. Движение на выдохе. Следим за тем, чтобы наша нижняя челюсть была параллельно плоскости пола. Частая ошибка, когда голову заваливают. Следите за этим положением и поворачивайте голову правильно. С выдохом. В исходное положение. Дальше мы наклоняем голову в одну сторону и одноименной рукой кладем руку на височную кость и начинаем чуть-чуть надавливая на голову, растягиваем мышцы шеи. Делаем медленно, аккуратно и плавно. Перемещаем руку на макушку, наклоняем подбородок вниз, подбородок направляем к яремной ямке и растягиваем заднюю боковую поверхность шеи. Будьте очень аккуратны и внимательны, сильно на голову не давите, потихоньку. Шея достаточно мягкий элемент нашего тела, поэтому с ней аккуратно. Переводим голову в центральную точку, руки в замок, на макушку и немножко округляем верхний отдел спины, делаем такой знак вопроса и растягиваем заднюю поверхность шеи, немного затрагивая растяжение длиннейших мышц спины. Возвращаемся в исходную точку. Переходим к разминке плечевого сустава. Начинаем вращение плечами назад и потихоньку замедляем темп и уменьшаем амплитуду движения. Ладони ставим на таз, не на талию, а вот чуть-чуть ниже. И замедляя движение, вращение плечами именно назад, работаем на раскрытие плечевого сустава, растяжением грудных мышц. И стараемся делать движение менее-менее заметным, медленным, осознанным, прокручиваем свои плечевые суставы. Выпрямляем руки, ставим руки параллельно плоскости пола и начинаем сближать лопатки, сведение лопаток. Следим за положением головы. Подбородок вперед не выставляем. Соблюдаем ось от позвоночника. И выполняем данное движение. Шея длинная, плечи, лопатки направляем вниз. И начинаем руками подниматься вверх. Такую ступеньку делаем примерно 5 сантиметров. Следим за положением шеи. Плечи вверх не поднимаем.
положение шеи, положение головы. И доводим руки до верха. Соединяем руки в замок. И прокручиваем движение назад. Но следим за головой. Голову вперед не подаем. Такой небольшой кач. И вспоминаем про поясницу. Копчик подкрутили, поясница плоская. Делаем еще 4 подхода данного упражнения и продолжаем дальше. Поднимаем одну руку вверх, сохраняя длинное положение, длинную шею. И делаем наклоны в одну сторону. Поднимаем другую руку и в другую сторону. При наклоне стараемся таз не сдвигать, таз параллельно плоскости пола, ноги слегка согнутые в коленях, растягиваемся с выдохом и очень аккуратно поднимаемся. Делаем еще. По 10 повторений в каждую сторону. Следующее упражнение. Обнимаем себя за лопатки. Локти держим параллельно плоскости пола. Округляем верхний отдел спины и опускаем подбородок вниз. Начинаем, работаем активно лопатками, как будто пытаемся их оторвать друг от друга. Дышим, дыхание не задерживаем и округляем спину. Расслабляем заднюю поверхность шеи. Делаем 3 дыхательных цикла. Аккуратно выпрямляемся. Сводим руки в замок. И обратное движение лопатками, приподнимая грудину, вытягивая грудину в потолок, приподнимая немного подбородок вверх, освобождая переднюю поверхность шеи. Фиксируем данное положение на 3 дыхательных цикла. После чего возвращаемся, округляем верхний отдел спины, обнимаем себя за ребра и начинаем надуваться, как воздушный шар. И выдох. Делаем глубокий вдох. Воздухом растягиваем грудной отдел спины. Делаем 2 таких упражнения, состоящие из 3 фаз. Следующее упражнение. Делаем глубокий вдох и с выдохом соединяем руки, локти вниз не опускаем, и выдох. Делаем вдох и выдох, опуская подбородок вниз. Немного передохнули, стряхнули руки. Поднимаем руку вверх одну, направление ладонь от себя. Проверяем длинную шею, подбородок параллельно плоскости пола и начинаем движение локоть, направляем к талии. Следите за тем, чтобы ваш локоть не направлялся назад. Движение работает широчайшая мышца спины. И вот такое движение сделаем одной рукой, 8 повторений, и 8 сделаем другой рукой. Следите за поясницей, копчик опускайте вниз. Сделали 8 раз и сделаем одновременно двумя руками 8 повторений. Максимально сводим, приближаем лопатки друг к другу, либо лопатки к позвоночнику, выпрямляя свою спину. Опускаем руки вниз, немного стряхнули. И следующее упражнение. Поднимаем руки перед собой, выводим их вперед, параллельно плоскости пола. Плечи вверх не поднимаем, сохраняем длинное положение шеи, копчик поджимаем и начинаем движение сгибания рук в локтевых суставах. И выполняем 8 раз. Следим за тем, чтобы ваша голова не выходила вперед. Зафиксировали положение, выполнили 8 раз. Стряхнули руки. Исходное положение, руки согнуты в локтевых суставах. И начинаем делать разворот в плечевом суставе. Также мы следим за положением головы. И выполняем. Вниз прокручиваем свои суставы. И вверх.
Опускаем, делаем 8 раз, после чего опускаем руки, встряхнули. Вытягиваем одну руку вперед, ладонь на себя. Тянули руки, следим за положением шеи, подбородок параллельно полу. Руку переводим в сторону. Следим за шеей. Растягиваем дельтовидную мышцу. Поднимаем локоть чуть-чуть выше. Смещаем растяжение на заднюю часть дельтовидной мышцы. Задержались в таком положении. Сделали 3 дыхательных цикла. Хорошо. Все то же самое с другой рукой. Всем спасибо. Всем хорошего дня. До новых встреч.